«Подари подарок городу». В рамках 60-летия Волжского проходит масштабная акция. К ней подключились школы, центры дополнительного образования и детские сады. Почему светит лампочка, работает мамин фен и телевизор, знают даже малыши из детского сада. Это от электричества, которое вырабатывает ГЭС, и благодаря которой много лет назад появился Волжский. Его историю, культуру и традиции с удовольствием изучают ребята постарше. Они уже знают даже про герб города. Это герб города Волжского. Это наш город Волжский строился на пустыне. Потом он стал зеленым. В детском садике «Умка» разработали целый образовательный проект «Здравствуй, Волжский, я твой житель». На занятиях малыши узнают и про профессии горожан, и про местные растения, и про названия улиц. А каким хотят видеть Волжский сами ребята, они показали на пластилиновом панно. Картина «Город будущего» – это подарок 60-му дню рождения Волжского. Картина о том, как дети хотят видеть наш город в будущем. Они на картине изобразили город в ярких красках, красивые яркие дома, много зелени, голубое небо, чтобы всегда был мир, добро, счастье и улыбки. Юбилейную акцию «Подари подарок городу» поддержали детские сады, школы и центры дополнительного образования. Всего около сотни учреждений. Педагоги вместе с воспитанниками придумывают конкурсы, викторины и творческие соревнования, посвященные юбилею Волжского. И руководители образовательных учреждений, и педагогические коллективы, и дети, вот они поддержали вот это вот направление. И мы сейчас потихонечку работаем. Единственное, конечно, очень хочется, чтобы это не было формально, не было заорганизовано, а чтобы это все шло от души. Лучший подарок, как известно, тот, что сделан своими руками. Пусть даже это не семейный праздник, а юбилей города. Нет сомнений, что у педагогов и детей он будет самым оригинальным, ведь они самые творческие люди. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Актуа».